Приветствую вас, дорогие подписчики, и с благодарностью к вам хочу поделиться информацией из серии популярной астрологии, которая, я надеюсь, вас заинтересует. Возможно, вы заметили, что не похоже на описание вашего знака зодиака, который вам соответствует по дате рождения. Это происходит из-за влияния вашего восходящего знака. Астрологи еще называют его асцендентом. Это знак зодиака, который восходит на восточном горизонте в момент нашего рождения. Асцендент как бы накладывается на основной солнечный знак зодиака и создает качества, которые отличают нас от других людей с нашим же знаком зодиака. Это слияние происходит не простым сложением черт, как в математике, а получается совершенно новое звучание индивидуальности. Вот почему очень часто мы говорим: «Я не похож на свой знак зодиака». Приведу пример. Ваш солнечный знак – Скорпион, и вы должны быть кусачи, как все скорпионы, но восходящий на горизонте в момент рождения знак Рыбы сглаживает ваши скорпионские черты. Вы становитесь более романтичным и более мягким скорпионом. И наоборот, если над солнечным знаком Рыбы восходит знак Скорпиона, то вы становитесь хищной рыбой, у вас появляются черты дерзости, мало присущие основному знаку зодиака Рыбы, но зато благоприятствующие, например, в бизнесе. Определить восходящий знак зодиака можно, только зная точную дату рождения в часах и минутах. Проверьте по таблице, в какое именно время суток вы родились, и вы узнаете свой восходящий знак.